Иоанн Предтеча для православных христиан – один из самых почитаемых святых. По мнению верующих, мощи крестителя обладают чудодейственной силой, способной усмирить буйный нрав, исцелить телесные и душевные раны, а еще исполнить заветное желание. Люди, верующий народ, приходят с верой и с чистым сердцем, приступая, поклоняясь, дабы укрепить себя вере, конечно, для того, чтобы Господь помогал в семейных каких-то обстоятельствах, в болезнях. Согласно библейским преданиям, Иоанн Предтеча – один из пророков Христа, предсказал пришествие на землю Мессии. Вся жизнь святого сопровождалась великими событиями, а смерть – мучениями. В Евангелии повествуется, что в день своего рождения царь Ирод устроил пир, на котором танцевала его племянница Соломея. Потрясенный мастерством девушки, правитель поклялся выполнить любую просьбу девицы, на что та в угоду матери попросила голову крестителя на блюде. В тот же час святой Иоанн был усечен мечом. В память усекновения главы великого пророка церковью установлен праздник, как выражение скорби христиан о насильственной смерти святого. Приложиться к святым мощам, попросить благословения и помощи может любой желающий. У тех, кто еще не успел ознакомиться с реликвией, еще есть время. Святыня пробудет в храме Петропавловского женского монастыря до 10 чисел августа.